российского президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, а в кенийском теракте обнаружен немецкий след. Об этих и других событиях в нашем обзоре. Суицид на глазах у подчиненных. Мэр мексиканского городка Карлос Роблес, придя на работу, попросил полицейских дать ему для осмотра личное оружие. Взял и застрелился. Что толкнуло его на самоубийство, выясняет следствие. Местные СМИ связывают инцидент с похищением сына чиновника несколько лет назад. Тогда семье пришлось заплатить выкуп за освобождение ребенка.